партнер проекта «Жилищно-строительный кооператив Островского 30». Новая квартира в центре города. Добрый день. Как давать деньги в долг, чтобы потом не было мучительно больно? Самое главное – зафиксировать факт передачи денег на бумаге, говорят специалисты. Каким бы крепким ни было обещание, написанному верится больше. Да и в суде только документ является доказательством. Поэтому не стесняйтесь составлять расписки, особенно когда речь идет о больших суммах. Юристы говорят, что расписка обязательна, если вы одалживаете более 1000 рублей. Ее не нужно заверять у нотариуса. Можно зафиксировать, что деньги должны быть отданы в той же валюте, что и получены. В нынешних условиях это особенно актуально. Кроме расписки, доказательством передачи денег может быть переписка по электронной почте и выписка с банковского счета. При этом в переводе должно быть указано, что это заем, а не оплата услуг. Важно, чтобы из переписки было ясно, кто и кому сужает деньги. В дальнейшем это может понадобиться вам, если свои права придется отстаивать в суде. Есть еще одно правило. Не одалживать сумму больше той, что вам не жаль было бы этому человеку подарить. Это правило денег.